Hello, летний сюжет Крот Редиска. Перед вами вот грядка редиски. Классно растет. Кстати, это лето 2023. Очень жаркое, сухое. Уже больше месяца нет ни капли дождя. И буквально нашествие кротов какое-то. Перерыли все. Горки за горкой. Целый метрополитен нью-йоркский в огороде, на участке. Была кротоловка, две кротоловки установил. В огуречном парнике не сработало. У входа, у калитки тоже ничего. Ну вот на грядке здесь двухуровневый метрополитен. То есть сначала один вход, потом сантиметров 15 где-то ниже второй вход-выход. Там дальше разветвление. В общем, тут семейство кротов неплохое. Вот, установил под наклоном там кротоловку под этим ведром. Не знаю, видно ли. Сейчас посмотрим. Ну, разрывать не буду. Там вот она стоит. Не видно, наверное. Отсвечивает. В общем, будем надеяться, что сего крота умного поймаем. Ну сколько же можно рыть, а? Ну сколько же можно рыть? Вот такая вот напасть. Кроты роют. Птички вон поют. В основном-то дрозды. Дрозды жрут. Ехал как-то, встретил знакомых. Говорит, ну как лето? Да вот огороды. Ну что, кроты роют, дрозды жрут. Клубнику все, ягоды сейчас. Ну а еще муравьи разносят тлю, деревья. Вот смотрите, вот слива. Вот пояс ловчий. Все равно же лезут. Все равно лезут. Залипают и лезут. Ну, тут поменьше то же самое. Но тут поменьше. В общем, борьба за урожай. Как в Советском Союзе. Борьба за урожай. Будем надеяться, что урожай какой-то будет, несмотря на засуху, буквально на жаркое лето. Ну что ж, успехов, счастливого лета!